Гейски, ребята, меня зовут Фулес. Сегодня мы поиграем в Tabor Conquest. Что же, это новая игрушечка. Мне очень-очень-очень сильно рекомендовали в нее поиграть. Поэтому, собственно говоря, я и играю. Ребят, вы сразу ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это обязательно. Без этого никуда, ребята. И продолжаем смотреть видос. Что ж, я как бы зашел в нее первый раз. Ну, сейчас, в общем-то, начнем что-то как-то делать. Нам тут стрелочкой нажимают, что, мол, вот сюда нажимать нужно. Ага, ребята, у нас здесь, вот видите, есть куча уровней. Ага, и мы их должны потихонечку проходить. Ну, здесь нам показывается, кто будет против нас, я так понимаю, и кто будет за нас. С нами тут какой-то фермер, а против нас, ну, какие-то зомбачки, что ли. Ну, ладно, ребят, начинаем потихонечку вникать, играть. Посмотрим, что нас здесь ожидает. Так, ребята, у нас, в общем-то, есть, я так понимаю, магическая энергия некая. Она вот у нас копится, ага, и на эту магическую энергию мы можем посылать юнитов, ну, воинов, то есть против нашего врага. Ну, в общем-то, ребят, мы пока что играем, я так понимаю, обычным маленьким таким фермером, да, самым обыкновенным. Ага, и вот видите, как бы он справился уже с зомбей и начинает бить по вражескому зданию. Собственно говоря, чье здание первое, так скажем, рухнет, упадет, тот и победит, в общем-то, ребята. Смотрите, против нас тут высадили огромную кучу, целую кучу тех каких-то кровожадных зомби. О, ребята, у нас здесь есть магия, ну, естественно, у нас здесь есть магия, фаербольчик, то есть огненный шарик. Так, да, говорят, что разрушить нужно это здание, и, собственно говоря, тогда мы одержим победу. Можно ускорять, ребята, все это вот в три раза целых. Видите, теперь наши фермера будут немножечко поживее бегать. Так, ну, в общем-то, из юнитов у нас есть только пока что эти фермеры, да? Да, ребят, и мы победили это зловещее здание. И получили, естественно, получили опыт. И, естественно, мы получили денежки, ребята. И, ух ты, и мы апнули левел, и мы получаем какой-то сундучок. А в нем... Воу, 3000 монет. Максимальная какая-то молния, не знаю, что это такое. И какой-то чувачок, это уже не фермер, а рыцарь, ребята. Это, представьте, целый рыцарь. Ага, ну вот здесь, ну я так понимаю, здесь все как карты сделано, в общем-то. Мы можем прокачивать наших рыцарей, да? Да, ребята. А, ну, анлочить, да? А, я понял, то есть тут здесь как в Clash Royale, чем-то напоминает мне. В общем-то, можно карты покупать. Так, назад теперь, да, надо назад. Да, можно карты покупать, но вот смотрите, допустим, чтобы проапгрейдить крепость нашу, нам нужно 50 карт. Чтобы проапгрейдить нашего фермера, нужно 25 карт. Чтобы проапгрейдить нашего, не знаю, рыцаря, нужно 25. И чтобы открыть просто лучниц, нам нужно их 5 штук выбить где-то. Здесь у нас есть, ребята... Ага, я так понимаю, мы здесь можем как бы и зомбей, ну точнее вот монстров открывать, какие-то шестеренки, какие-то, я так понимаю, механизмы, и каких-то зверей, и НЛО, ребята, прикольно, всяких пришельцев. Что ж, круто, мне нравится. Ну, в общем-то, сейчас у нас вот такой вот состав команды. Тут есть тренировочка у нас, ребята, есть магазинчик. Давайте глянем. А, ну, естественно, за кристальчики здесь какие-то можно покупать всяких разных монстриков. Смотрите, у нас тут бесплатная карта доступна. Одна, правда, ну, я вот ее приобрел. Так, квестики, ребята, у нас есть, квестики. Я вот выполнил какой-то квестик, я там кого-то победил, так. У нас тут еще квестики, ну, то есть ежедневные есть квесты, ежедневные задания. Так, окей. Здесь у нас есть друзья, можно через Facebook залогиниться, можно, я так понимаю... А можно против других? Я так понимаю, здесь можно против друг дружки сражаться? Это прикольно. Ну, ладно, ребят, что ж, давайте биться, посмотрим, проверим, как тут наш работает. Наша новая, скажем так, набор карт. Ну, в принципе, меня здесь мне нечего. Я так понимаю, дальше мы сможем против каких-то определенных карт, ну, брать какие-то определенные юнитов, да, я так понимаю. Так, ага, здесь уже, смотрите, дорожка подлиннее. То есть там у нас она стояла так впритык, друг вокруг, ну, друг напротив дружка. А тут уже, смотрите, длинная такая дорожка. Ну что ж, ладно, давайте посылать. Ну, я так понимаю, можно накапливать как-то энергию и сразу так всех послать такой пачкой целой. Но перезарядка, конечно, здесь идет длинная довольно-таки. Так, новый какой-то юнит против нас, новый монстрик. Это какая-то ведьма, баба. Так, когда над юнитом загорается... А, здесь мы, смотрите, энергию сможем собирать еще... Вот она здесь выпадает на поле битвы, я так понимаю. Окей, окей, отлично, еще высылаем. Вот этим воины, они мощные, кстати говоря. Так, можем фаербольчики высылать. Классно. И вот мы уже бьем вражескую
эту вот башенку. Так, давайте двоих сразу вот так вот идут. Ну, смотрите, воин он помедленней, но, я так понимаю, у него больше защиты и, конечно же, больше урон. Уже он таким мечом орудует нехилым. Так, ну и мы, в общем-то, побеждаем. Да, ребята, victory, victory, victory. Мы выполнили как бы все задания, то есть по времени уложились, защитили свое здание и, собственно говоря, уничтожили противника. Дальше, ребята, мы идем. Идем дальше. Что, у нас новенького ничего нету, да? Ничего нет. У нас, ребята, есть какая-то тут энергия. Да, энергия. Я так понимаю, мы не можем в день больше 5 боев сражаться. Ну, как-то так. В общем, ребят, буду разбираться. Напоминаю, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам эта игра понравилась. Ну, если не понравилась, то тоже пишите лайки и ставьте комментарии. Да, вот такая вот загадочка. Так, ребят, продолжаем. Мы у нас уже в каком-то другом лесу. Так, угу. Ребят, смотрите, чтобы начать, я так понимаю, нам нужно вот так вот сделать. То есть для начала нам тоже нужно накопить сколько-то там энергии. Окей, окей, начнем, ребята. Так, ну смотрите, да, наш рыцарь намного сильнее, но против нас какой-то теперь идет толстячок непонятный. Так, мы нажимаем на эту заморозочку, и что происходит? И все погибли. А, ребят, тут могут, видите, выпадать какие-то всякие фишки, суперспособности, я так понимаю. Ну вот мне сейчас, допустим, выпала заморозочка. Я не мог воспользоваться. А я не пойму, вот каждый раунд я тут еще что-то могу апгрейдить. Что это? Что это мне дает? Это мне тоже что-то, ребят, дает. Я так понимаю, максимальное количество энергии, которое я могу насобирать за раунд, да, да, улучшается, ребят. То есть в каждом, я так понимаю, игре это отдельно работает. Или у меня есть для этого какие-то отдельные очки. Ну ладно, сейчас разберемся, ребят. Игрушка классная, как по мне. Так, так, ну давайте высылаем войско. Ну, вроде мы справимся легко. Хотя вот этот негодяй, когда взрывается, после смерти оставляет какую-то свою радиоактивную лужу. Надо его как-то остерегаться, ребята. Так, ну ладно, ладно. Так, что тут у нас? Ну, в принципе, практически завершили. Давайте... А, вот видите, здесь время. Я сначала не заметил. Время, за которое нам, скажем так, нужно управиться. Если мы за него управимся, то мы получим всякие бонусы при, ну, при получении награды. То есть это как бы, ну, на 3 звездочки мы должны пройти. Вот, и тогда все будет в порядке. Ну, в общем-то, мы вроде как справляемся, насколько я вижу. Так, с энергией у меня проблем, видите, нет. У меня главная энергия, проблема с перезарядкой юнитов, в общем-то. Так, все, победили мы церквушку эту, церквушку, это здание, да, все, всех мы уничтожили и продолжаем. Во время уложились. Третий левел, ребят, отлично, что мы в нем получаем. Так, максимальное количество энергии, 4000 денежек и 6 карт, ребята, лучниц. О, это прикольно. Так, тогда давайте зайдем в нашу армию. Это у нас вот такая армия. И поменяем, ага, это то, что у нас сейчас есть, да. Я так понимаю, а что мы улучшить кого-то можем? А, вот так вот мы заходим в лучниц, ребят. Мы заходим в лучниц, мы их открываем. И что тут еще? А, смотрите, лучниц еще апгрейдить можно. Ну, давайте это сделаем. Ага, то есть на каждом, я так понимаю, уровне прокачки еще есть подуровни прокачки. Окей, окей. А рыцаря сколько стоит? А, ну рыцарь уже какой-то полупрокачанный. А, фермер, давайте его тоже прокачаем. И наше здание тоже давайте прокачаем, чтобы оно было побыстрее, покруче и получше, в общем-то. Так, ну эти я еще не могу никак открыть. Или это просто как альманах здесь идет, я вот не знаю. Ребята, усмотрите, какой босс. Ох, какой он сильный, а. Ладно, ну против него нам еще, наверное, предстоит сражаться. Так что ж, ребята, деремся. Так, это у нас четвертый уровень. Уровник четвертый, и против нас, ну, в принципе, все те же юниты, которые и были. Ну, начинаем. Начинаем, ребята. Так, загрузочка. В принципе, быстрая тут загрузочка. Все очень круто, четко и... Да, по порядку. Ага, ребят, все-таки видите, да, нам для того, чтобы, скажем так, ну, наш запас энергии был максимальным, нам тоже нужно все-таки влаживать в него, ну, собственно говоря, вот эту вот энергию. Ну, это, я буду называть это маной, да, ну, мана, ну, мана, в общем-то, ребята. То есть запас жизненной силы, который мы можем использовать для вызова различных существ. Так, монеточку надо... Так, тут надо быть, ребята, внимательным, а то всякие бонусы можно и пропустить. Вот такие, видите, монетки какие-то. Надо следить за этим внимательно. Ну, мы, в общем-то, должны управиться за сколько там, минуту 20. Думаю, управимся легко и ненапряжно. Сейчас мы вызовем еще астероид вот этот вот негодяйский. Ну, для нас он очень даже годяйский. Так. А, ну и мы, в общем-то, победили. Видите, когда ускорение X3 включаешь, очень быстро всех одолеваешь, побеждаешь. И, в общем-то, мы, видите, всех победили. Так, ну давайте, наверное, в этой серии пройдем эту зону. Тут какие-то босс будет. У, боссов я люблю, ребята.
Так, ну ладно, ага, вот, в общем-то, какой-то скелетрон вот этот у нас против нас будет играть. Ну, давайте попробуем, попробуем. Чё, почём тут? Так, босс какой-то, я так понимаю. Лодинг. Прикольно, что здесь можно НЛО. О, чё это там, смотрите, какой-то экскалибур на фоне. Ну, знаете, экскалибур, который Артур должен был вытащить из камня, ну, если он достоин. Ну, в общем, Артур оказался достойным, он вытащил этот экскалибур. Ладно, ребята, давайте уже не халявить, будем вызывать юнитов. Давайте ускоряем все это дело. Так, давайте вызываем рыцарей и идем крушить и все ломать. Так, вот у нас целая пачечка готова, монеточку надо брать. Так. Ну, вперед вообще нужно, ребят, наверное, посылать как-то вот этих вот рыцарей, мне кажется. Это будет как-то более разумно. Монеточка. О, босс, ребята, что это такое? Или это не босс, это какой-то скелетрон? Воу-воу-воу, что там какой-то жесткий, ребята? Ну, в принципе, мы это его почти победили, но или нет? Нет, ребят, мы его еще даже не начали побеждать. О, как же так? Что это такое? Фух, справились мы с ним, с этим негодяем. Ну ладно, это хорошо, это отлично, ребята. Давайте, фермеры, вперед. Вот, мы практически разрушили крепость. Ну, мы ее, в общем-то, и разрушили до конца. Так, мы победили, мы уложились во время. Я вот не заметил, да, фух, ребят, мы за 150 секунд одолели нашего противника. Фух, ну что ж, ребята, это, я так понимаю, босс, какое-то финальное сражение, или это просто сундучок? Ой, не, ребята, это просто сундучок, мы это, получается, с боссом уже сразились. О, мы получаем 5 кристальчиков, 500 монеточек и 7 вот этих новых каких-то мастерячков, за которых, я так понимаю, мы тоже сможем играть. А что это такое, ребята? Это какой-то телепорт? Нажать на него надо? Ну давайте. Нажмем, и что дальше? Так, что тут происходит? Воу. А, ребята, смотрите, это был как бы обучающий мир, а дальше тут идут всякие различные миры. А, я понял, и чтобы перейти в следующий, нам нужно собрать определенное количество вот этих вот, ну, как бы звездочек, да, то есть мы должны 10 раз пройти на время, уложиться в время, 10 раз всех победить, в общем-то. Угу, ребята, я понял, ну что ж. В принципе, все ясно. Давайте посмотрим на наших юнитов, на нашу армию. Так, ну, пока она вот такая, вот, скажем, не шибко густая, да, не шибко такая крутая. Ну, ладно. Так, это мы, ребята, получаем. Значит, квестики эти мы выполнили. Еще нам тут осталось 2 квестика выполнить. Отлично, 11 этих изумрудиков у нас есть. Ну, или как-то, не знаю, как они здесь наживаются. Давайте посмотрим. Джимс, ну, кристаллы, ребят, кристаллы, изумрудики, в общем, одинаково, что их называть. Нашу армию пришло время немножечко пополнить, а пополним мы ее не обычными вот этими вот кингсменами, а никак иным, как нежить и нечисть, в общем-то, ребята. Смотрите, у нас есть вот такой вот человечек, мы его сейчас откроем. Так, у него что? У него 200 урона, ребят, но он взрывается после своей смерти скоропостижной, поэтому мы его, собственно говоря, возьмем к себе на борт. И, ребят, у нас открылся вот этот вот мега-юнит, это как босс-юнит или что-то такое, в общем-то, мы его тоже сейчас откроем. И в нем мы получим что? 720 здоровья, 750 здоровья, ну, урона поменьше, но, ребята, он зато очень сильный, быстрый и выносливый. Вот, мы его сразу на максимум прокачаем, и, ребят, это берем к себе на борт. Так, а как я, получается, его уже укомплектовал в свою армию? Да, ребят, смотрите, теперь моя армия состоит из вот таких вот ребят. Из фермера, рыцаря, лучницы, токсичного зомби и зомби, точнее, скелета босса. Вот так вот, ребята. Ну что ж, начинаем файт, так как говорится. У нас тут новая какая-то локация открылась с прошлой серии. Это какой-то, так, это какой-то мир такой вот механический. Я так понимаю, после каждого мира, в котором мы одолеем всех монстров, всех юнитов, нам будут открываться новые монстры, собственно говоря, и мы сможем их на свою сторону, скажем так, привлекать. Так, ребята, начнем. Против нас какой-то идет робот с дверью. Ну, собственно говоря, давайте. Первое, что против него мы пошлем, это фермера. Я вот потихонечку буду начинать все посылать. Будем смотреть, как они будут справляться. Ну, понятно, фермер это самый слабенький юнит. На него рассчитывать особо нет смысла. Так, вот, рыцарь уже получше справляется. Ну, давайте посмотрим. О, ребята, а лучница вообще отлично с ними справляется. Это хорошо. Так, давайте посмотрим, как с ними. Ну, фаербольчик, вот, то есть наша магия с ними справляется еще лучше, но это хорошо, ладно.
Давайте еще прокачаем наш максимальный запас маны. И, в общем-то, отправим еще каких-то юнитов. Этот уровень первый, он будет очень быстрый, поэтому я вот так вот ускорочку сделаю. И пошлю вот этого вот толстячка. Так, монетка, тихо, ты куда тут от нас уходишь? Так, наш толстячок взорвался, собственно говоря, это как какая-то... Так, ага, торнадо тут прошлось. И, ребят, давайте призовем босса, собственно говоря, чтобы побыстрее завершить этот уровень. Воу-воу-воу, смотрите, ребята, теперь он на нашей стороне дерется. Классно, смотрите, какой он сильный. Бац! Ха-ха! Он с пару ударов просто уничтожил это здание. Это вообще как? Ха-ха, классно. Ну что ж, ребята, о, а мы даже левел апнули, отлично, давайте откроем сундучок, посмотрим, что в нем. Так, ну, ребят, максимальный заряд на целый день бодрости, скажем так. Ну, то есть мы еще сможем сыграть 5 раз как минимум. И, в общем-то, наша армия становится с каждой битвой все сильнее и сильнее, ребят. Ну, мы отправляемся дальше. Так, здесь мы прошли, значит, и тут у нас какой-то робот-пила будет идти, вау. Так, ну этот бронированный и обычный. Ну что ж, ребята, деремся, посмотрим, что здесь будет. Вот здесь, кстати, на картинке какой-то одноглазый робот с пилой. Может, это он нам попадется, а? Ну посмотрим. Так, ну первым делом апгрейдим, конечно же, нашу ману. Мана-кост наш, ну, как-то так можно это назвать. Максимальное количество маны на уровень. Вызываем. Ну, вместо фермера, наверное, надо уже что-то как-то другое поставить, ребята. Ого, ребятушки, так, я понял, этот мелкий негодяй будет сейчас пытаться нас тут разрезать, это плохо, придется использовать вот этого нашего зомбичка и вот такую вот штучку. Так, мы получаем ману дополнительную, давайте на максимум проапгрейдим тут все и вызовем нашего, а смотрите, он как будто бы из измерения какого-то выходит, а, ну они в принципе все из измерения выходят как будто бы, но вот эти вот юниты как будто из другого какого-то измерения выходят. Так, в общем-то покосали нашу башенку, и, ребят, к сожалению, я теперь не смогу завершить миссию на все 3 звездочки, но это ладно, первая сложность. Мы вызываем босса, в общем-то, и не паримся. Давайте вот так вот сделаем. Вот это, конечно, робот с такой режущей в руках пилой. Не знаю, как это, цепной пилой или крутящейся пилой. Ну, в общем, босс наш сейчас будет тут всех уничтожать. Так, у него такой, слушайте, удар, прям мощный, такое пламя, бац, и все взрывается, классно. Так, мы получаем, в общем-то, что? Ага, мы управились во времени, и мы, собственно говоря, уничтожили замок противника. Ну ладно, давайте дальше отправляемся. Так, ну, апгрейдиться, я думаю, нам там пока что нельзя. Или давайте посмотрим все-таки, ребят, давайте глянем. Может, какой юнит уже и готов к, скажем так, своему апгрейду. Так, ну, карт нам новых не попадалось, так я так понимаю. А, нет, смотрите, рыцаря можно до 4-го левела прокачать. Так, о, да всех, ребята, можно поднять тут по левелу, отлично. Ну, фермера, наверное, не стоит прокачивать, хотя, в принципе... Ладно, и нашего босса, естественно, нужно, ребята, прокачать. И вот этого вот толстячка-зомбичка, который всех негодяйских наших врагов будет сжигать в своем, я не знаю, как это сказать, в своей слизи радиационной. Ну, это определенно радиационный зомби какой-то. Ой, смотрите, какая картинка, ребята, тут прям такие баталии происходят, вау. Круто. Ладно, ребят, апгрейдим. Ой, смотрите, а там на фоне какой-то робот скрывается за дверкой. Вы видели его? Да, но это, видимо, босс, с которым нам еще предстоит сразиться. Он постоянно на нас глядит. Ой, ребят, что это такое? Робот какой-то непонятный. Это робот, называется робот-боксер, наверное. Ну, если у него перчатки боксерские в руках, наверное же это, скорее всего, и есть боксер, робот-боксер, в общем-то. Так, ну ладно, давайте побыстрее вызывать... подмогу, давайте максимум накопим энергии, чтобы всех можно было уничтожать. Кстати говоря, ребята, вот можно вперед, в принципе, посылать... Так, заморозочка, отлично. Вперед можно посылать как можно больше вот этих вот рыцарей, а со спины их будут прикрывать лучницы, собственно говоря. Вот это классно. Лучницы очень сильные. Так, ну мы давайте всех пошлем. Давайте немножечко ускорим все это время, все это действие. А, монетки, вы куда улетаете? Уже по 25 монеток нам выпадает. И, в общем-то, я вызываю босса. И, наверное, для нашего соперника это будет последние попытки оборониться. Так, боссу нашему все нипочем. Я уже даже не знаю, когда я почувствую сложность. Ну, наверное, скоро почувствую, ребята. Так, убежали от нас наши денежки. Ну да ладно, ничего страшного. Так, мы-то, в общем-то, продолжаем, ребята. Открыт новый уровень. И давайте... Ой, нет, не туда нажал. Вот сюда нам нужно нажать.
Так, и тут смотрите, какой-то боксер с дверью и какой-то новый, какой-то круглый робот. Хм, что-то странная какая-то штуковина. Давайте с ней сразимся, что ли. Ах ты ж гадина такая. Ну ничего, ничего. Когда нам уже откроется НЛО, ребят, я хочу с помощью НЛО сражаться, с помощью инопланетных всяких технологий. Хочу летающую тарелку в свое распоряжение. Мне кажется, это будет забавно. Так, ну ладно, поначалу, ребят, я апгрейдну на максимум, ну или около того, нашу, скажем так, манакост, нашу энергию, нашу ману. Так, давайте вышлем как можно больше. Вот лучницы, ребята, кстати, это тема. Это классная штука. То есть, ну, они сами по себе хиленькие, конечно. Но зато урон у них очень серьезный. Это круто. Так, денежки. 25 денежек тут к нам прилетело. Так, давайте, что мы тут апгрейдаем? Так, рыцаря вызываем. Давайте все это ускорим дело. А, ребят, смотрите, вот этот какой-то роботик новый. Эй, ты куда? А вы видели, он летит и даже не обращает внимания ни на кого. Вот негодяй такой, ну все, пришло время к боссу. Вызываем его, и он сейчас всех тут уничтожит. Я так понял, монетка улетела от нас, ну ладно. Я так понял, вот эта штуковина, смотрите, он летит, если мы его не уничтожаем, то он нас сам уничтожит. Вот гадина такая, ну ладно, в принципе, давайте вызываю уже все на подряд. Получаю денежки, ну и в общем, наш противник уже не выдержит такой атаки. Мы его побеждаем. Так, виктори. Отлично, ребятушки. И чё мы? Давайте, последний уровень остался. Последний рывочек. И мы откроем вот этот вот какой-то такой прикольненький сундучок. И посмотрим, что в нем находится, собственно говоря. Так, и тут, ребята, будет против нас робот какой-то. Терминатор 9000. Ахахахаха. Он пришел за нами. Ну, как раз нам энергии хватит, чтобы его победить. Так, Терминатор 9000, говорят, очень мощная штука, и он может у нас всякими плазменными ракетами он может у нас стрелять. Окей, окей. Что ж, примем этот вызов, посмотрим, что он из себя представляет, этот Терминатор 9000. Он достаточно-таки далеко, база от нас, давайте я одного юнита вышлю, чтобы нашу базу не покоцали ни в коем случае. Прокачаю до максимума наш монокост. Давайте вот так еще сделаем. Чтобы же не париться по этому поводу. До 500-очки я апну. Вот, все. И, в принципе, нам, думаю, хватит этого вполне себе. Так, и сразу вызываю вонючку. Буду так его называть, вонючка зомби. Хотя, ладно, наверное, надо все эти названия посмотреть. Как они точно и правильно называются. Это, я думаю, будет грамотней. Ну, это я уже в следующей серии посмотрю, выучу все. И буду правильно называть всех юнитов, всех персонажей. Так, ну, в общем-то, здесь пока что, ребят, ничего сложного нету. Вот у нас тут торнадо, скажем так, появилось, да? Мы всех этих юнитов немножечко вот так вот уберем. Кстати, торнадо убирает у вот этого юнита с... Так, тихо, идет тут к нам какой-то негодяй. Убирает с юнита щитом, собственно говоря, щит. Это хорошо. Так, ну, я жду, собственно говоря, выхода босса. Хотя, наверное, не скоро босс выйдет, поэтому я вызываю нашего босса. О, ребята, вот и он! Вот этот Терминатор 9000, он реально огромный, он у нас ракеты какие-то запускает. Так, ну наш босс, наш босс-то, собственно говоря, даже не успел к нему дойти. Мы его победили прежде, чем он это сделает. Ну, ладно, ладно. Наш босс, он медленный, как говорится, но если он приходит, то уже конкретно решает все наши проблемы. И все проблемы решаются. В общем, вот таким вот образом, силой, мы спаливаем домик нашего противника и получаем все награды. Да, ребята, все 3 звездочки мы получили, то есть уничтожили всех, свое здоровье не потеряли и вовремя все это управились. Так, 5-й уровень у нас апгрейдится. Воу, ребята, 7500, 10 кристалликов и максимальный запас энергии. Это круто, ребята, это круто. Что ж, смотрите, нам открылась какая-то тренировочка. Ага. Ну ладно, ребят, в этом мы разберемся уже в следующей серии. А если вам эта серия понравилась, то я просто вам говорю, что посылаю вам умственные сигналы, да, скажем так, телепатические сигналы, что вы должны поставить этому видео лайк и подписаться на канал, если вы здесь первый. И тем временем с вами был Флэус. Адиос, амигос!